в районе 4 часов, наверное, ночи. Вот здесь мы все спали. Дозвониться не могли соседи. Позвонили в дверь. Говорят, что горит. Естественно, детей, семью, все быстренько в халатах, в пижамах выбежали. Смотрим, дом горит. Соседние, благо. Вот. Крыша полыхала. Кстати, крыша этого дома делалась, не знаю, капитальный ремонт это был или что. Прошлой зимой мороз. Скорее всего, никакими противопожарными средствами не обрабатывалось. Я так думаю. Провода откуда-то взялись, говорят, на крыше. Да, скорее всего, большинство квартирантов. Скорее всего. Кто жил, ну не знаю, кто крыло, это такое крыло, которое мы не знаем. Здесь вот люди нормальные живут даже в этой части. А там, не знаю, щели. Их просто замазывают уже сколько раз. Дом, я не знаю, признан он аварийным или нет. Но визуально видно, что, я не знаю, если этот дом обрушится, то, естественно, заденет и соседний дом. Как на это не реагируют? Никто не знает, мы не можем понять. Ставим машины во дворе на страх и риск. Там тут и кирпичи падали с этого дома. Ну, вышли, естественно, все машины сейчас были в шифере, там, в кусках каких-то. Ну, кому обращаться, естественно, никто ничего не будет гонять, наверное, все на этом. Пускай смотрят, я не знаю. Специалисты еще очередной раз приезжают. Ну, ничего нового, я думаю, они не увидят. Просто, наверное, я не знаю. Ну, выводы делать это не наше, так скажем.